Привет, сноубордисты! Мы с вами находимся на станции метро Таганская, VR Freeride, Aqua Squad. Коротенькое видео, представим вам наши тесты, анонсируем наши тесты очередные в Шерегеше и покажем, что вот этот наш розыгрыш с масками, он все-таки чем-то закончился, а не просто так мы их забрали себе. Итак, анонс тестов в Шерегеше будет проходить в декабре с 10 по 15 число. Это будет с понедельника по пятницу. В пятницу 15 числа состоится контест для тех, кто катается по перилам, прыгает с трамплинчиков. Поэтому ждем вас всех, не только фрирайдеров, потому что в наших тестах, конечно, будут в основном фрирайдные доски. Сейчас покажу вам, какие бренды будут. Ну, будет Дюпра. Мы, кстати, обновили наш тестовый сет, то есть практически полностью. Будет, конечно, старые какие-то доски, но много новых. То есть вот Дюпра будет весь новый. Телос наш любимый тоже будет. Но с Телосом пока неизвестно, потому что, может быть, он опоздает, не знаю, но мы делаем все возможное и невозможное, чтобы он успел приехать. Но в Телосе могу сказать, что сильно доски не поменялись. Есть только одна новая модель и изменение дизайнов у всех фристайльных досок. Новый бренд Stranda, он у нас уже есть, поэтому он уже, соответственно, попадет в наши бренды, ой, в наши тесты. Из старых, опять же, Soul Stick некоторые модели обновим. Мы, так скажем, у нас были образцы, которые даже уже не выпускаются. А в этот сезон мы привезем несколько досок, которые находятся в регулярной линейке. Вот такую вот ракету привезем. Original Scene для любителей Old School. Swallowtail Original Scene тоже будет в наших тестах. Ну, там плюс еще, может быть, Санта-Крус, какие-то старые досочки тоже поедут. К сожалению, кстати, могу сказать про Санта-Крус. Бренд пока что закрылся. Имеется в виду владелец бренд-нейма Санта-Крус, а это скейтовый бренд NHS, он закрыл пока что зимнее направление, он не продлил лицензию людям, которые занимались производством сноубордов. Какая перспектива, пока тоже не знаю. Скорее всего, в ближайшие несколько лет сноубордов Санта-Крус не будет. А может быть, их и вообще не будет. Поэтому, если вы вдруг решите купить у нас сноуборд Санта-Крус, ну или вообще не только у нас, то это уже раритет. Это уже коллекционные сноуборды. У нас пока что они есть и по хорошим ценам. В общем, рассказал вам про то, что у нас будет в Шерегеше. Милости прошу на сектор Е с 10 по 15 декабря, еще раз. И, кстати, инсайдерской информацией, там будем не только мы, там будут еще другие бренды, которых вы тоже сможете покататься. И, ну, в смысле, они рядом с нами где-то будут. И так что у вас есть возможность покататься на очень многих брендах и попробовать разные доски. Так что до встречи в Шерегеше. А теперь небольшой кусочек про наши маски, новые маски Modest, которые приехали к нам из Австралии. Мы в нашем прошлом видео разыгрывали пару масочек. Сейчас мы покажем вам, кто и что победителей, короче, объявим. Ну что ж, друзья, вот наше прошлое видео, в котором мы разыгрывали две масочки. Чего вы так мало комментируете? Не, ну тут как бы комментарии, которые написали прям вот два, они действительно очень объемные и исчерпывающие, поэтому, наверное... И они, кстати, по-моему, первые 2-3 дня появились, но хотя бы можно было бы побороться. Побороться хотите, пишите больше. Потому что были еще комментарии, они, в принципе, тоже правильные, но достаточно короткие. Поэтому мы выбрали просто-напросто два максимально объемных комментария.
Значит, про модель Фила Хансона. Это масочка с линзой на магните. Она у нас достается юзеру, который называется Шрек из Life 6015. Камера видит? Камера видит все. Здесь написано про Фила Хансона. Много информации. Всем советую почитать. Рекомендую, точнее. Заодно узнаете что-то новое. Я написал уже здесь ответ, что, товарищ Шрек, свяжитесь с нами. Просто напишите, как с вами связаться. Мы с вами свяжемся. Второй. У нас разыгрывалась масочка, которая называется Team XL. И это коллаборация с брендом Dinosaurus Will Die. Чтобы ее получить, надо было ответить на вопрос, что такое за бренд был Batwing. То есть это, кстати, тоже коллаборация Modesto с брендом Batwing. И что такое за бренд Batwing? Очень хорошо нам ответил человек с ником Duckfoot 12 на 12. Duckfoot, тоже прошу связаться с нами, оставить какой-то ваш контакт, e-mail, телефон, вам позвоним, все узнаем, где вы живете, приедем к вам и отдадим масочку. Вот так, ребята, два человека постарались, получили бесплатно масочки от магазина Squad. Поэтому верьте нам, мы, если разыгрываем, мы никого не обманываем. Ну что ж, всем до свидания, встречаемся в Шерегеше в декабре. Ну и заходите, у нас уже много всяких новинок в магазине появилось зимних.